Мы его теряем. Он уходит, уходит. Все, ушел. Он возвращается. Он возвращается. Художник Трупинин. Возвращаться — плохая примета. Дающего. Да-да, проходите, пожалуйста. Проходите. Так. Что беспокоит? Как голова кружится. Кружится голова, да? Ой, голова кружится. Вижу. А ну успокойтесь. Попейте водички. Пьете? Нет. В основном проливает. Добрый день. Я представитель Центра нетрадиционной медицины. Третий глаз. Господи. Тань! Можешь? Сам пошел, встань! Иди! Получилось! Стой, мужик! Ну, получилось же! А вы знаете, а у меня весной вот всегда как-то получается. Ну, что было с ногами, что было, а? Ничего у меня с ногами не было. Как? А зачем вы сидели в инвалидной коляске? Так я дедушку и из травмопункта ждал. Товарищи, закон о труде охраняет здоровье трудящихся. И мы с вами продолжаем наш семинар на тему профессионального травматизма. Где наше наглядное пособие, товарищи? Я здесь. Попросим. Здесь. Здрасте. Я здесь. Вот оно, товарищи. Тут у нас целый ряд травм. Можно сказать, букет. Пахнет, да? Ну, я же им говорил, сначала носки снимите, а потом уже гипсуйте. Итак, мы видим перелом ноги. Это на стройке. Я на лесах без страховки работал. Мы видим с вами ожоги обеих рук второй степени, товарищи. Это я электриком проводку чинил без резиновых перчаток. И, наконец, тяжелейшую, товарищи, травму головы. Это я грузчиком подрабатывал, под грузом стоял. Похлопаем, товарищу. Да, не везет вам, голубчик? Ну, ничего. Теперь будете у нас на кафедре травматологии наглядным пособием, так сказать, по технике безопасности, но в полной безопасности, товарищи. Так, да, товарищи? Спасибо, товарищи. Ну, голубчик, как говорится, в ноге, правды нет, вы присаживайтесь, голубчик. Товарищи, я бы хотел обратить ваше особое внимание, товарищи. Товарищи, нам невероятно повезло, потому что мы здесь видим, убери руку, величайшую травму копчика, товарищи. Копчика, убери руку. Копчика. Спасибо, товарищи. Спасибо.
Все знают, что великий русский хирург Пирогов был великим русским хирургом. Но мало кому известно, что в свободное от операции время он еще немножечко шил. Пришите мне руку. Пришьем, обязательно пришьем. Успокойтесь. Где рука? Где рука? Две левых. Где? А вот. Пришлите мне руку. Что делать? Что делать, доктор? Минуточку. Подержите. Так, хорошо, вот так. Что делать? Вот так уже хорошо. Ага. Уже вот так хорошо. Все понятно. Как же я подевал-то? Что это такое? Скажите мне сразу. Сразу мне скажите, где можно помочь? Опа. Помочь мне можно? Помочь можно Опа. Мне? Не волнуйтесь. Так. Расскажите сразу, что можно сделать? Ой, ничего страшного. Это пошло. Можно? Можно. Здравствуйте. Здрасте, доктор. Я здесь я. Здесь я, здравствуйте. Доктор. Да. Я получил открытку. Вот никакая из них. Открытку. Ну. Я ничего не могу прочитать. Так это не открытка, это повестка. Да? Да, явиться в рай в военкомат. Как это? Вот так это. А я ничего не вижу. Ни одной буквы. Доктор, вот моя карточка. Так. Это? Нет, вот карточка. Ну, я думаю, что с таким зрением ни о какой же армии не может быть речи. Ну, посмотрим. Садитесь. Посмотрим. Как же мы посмотрим? Вот сюда садитесь. Так. Я здесь. Ко мне. Сюда, обратно. Вот правильно, я тут. Ну что ж, будете вы служить или не будете, тут действительно все зависит от вашего зрения. Ну что ж, давайте начнем вот отсюда. Видите? Нет, не вижу. Не видите? А. Ну хорошо. Ну а вот это вот вы видите, вот это? Нет, доктор, не вижу. Что, и это не видите? Не вижу. Ну вот это вы видите, вот это. Сейчас. А ну-ка. Вот это вот, вы видите или не видите, вот это вот? Не вижу. Совсем не видите? Совсем, доктор, не вижу. Ну что ж, в армии вы служить действительно не будете. Правда? Правда. Будете служить во флоте.